Спасибо. Уважаемые коллеги, я считаю, Абельцев погорячился и зря оскорбил детей и их родителей. Я хочу напомнить, что это мы, Государственная Дума, приняли закон, согласно которому с 8 лет дети имеют право создавать организации, которые и вступать в них, которые они считают нужным. Это первое. Второе. У нас сложилась плохая традиция, когда мы категорически отвергаем законодательные инициативы, которые предлагают законодательные собрания субъектов федерации, субъектов. Сегодня более 10, по-моему, законов, и комитеты все предлагают отклонить. Ну что ж, там совсем не знающие люди, что ли, сидят. Потом, как мы будем укреплять вертикаль депутатскую? Борис Вячеславович, к вам просьба лично вникнуть в этот вопрос, дать информацию за 4 месяца, сколько подано и сколько отвергнуто этих законов, принять меры по оказанию помощи.